Дорогая сестренка, здравствуй. Сегодня я вынужден сообщить тяжкую весть. Мне остался день. Почему сообщаю лишь сейчас? Думаю, справедливо сказать, что это мой эгоизм. Ибо я не решился видеть, как вам пришлось бы не просто смириться с неизбежным, но этого неизбежного ждать и при этом переживать. Я написала 2 письма. В них вру матери о том, что я у отца в Нью-Йорке, и отцу о том, что с матерью в Питере. Между ними несколько часов перелета. Это полжизни. Так я мотивировал свое отсутствие для каждого из них. Странное чувство, когда нечто от тебя независящее тобой причиняет боль твоим же близким. Говорят, будто над каждым висит своя неизбежность. Вот только повод для этого бездействовать или все же может греть огонь, рожденный жечь. Говорят, ложь есть лишь для того, чтобы приукрасить правду. Это так. Но не только так. Уходя, повторю главные полученные. Нельзя выбирать между близкими. Прощай.